кто молод душой, собираются здесь. То есть это от 20 и до бесконечности. У нас абсолютно для всех возрастов есть музыка. Абсолютно. Поэтому, когда они говорят о том, что мы хотели бы что-нибудь из 40-х, находим. Из 0-х находим. Современное тоже звучит. Ну, есть какие-то любимые композиции? Да, конечно. Это Королёв, это Лепс, это наши белорусские исполнители Ликно. Выкинешь строчки, мое платье самое красивое, и оно у вас действительно самое красивое. Почему сегодня здесь? Мне нравится ходить сюда. Часто ходите? Все время. Что вас привлекает, что тянет? Да я не знаю, просто вот, ну, приятное ощущение. Любите танцевать? Люблю, очень. И здесь познакомится женщина. Вот мы с ней, благодаря танцплощадке, уже 4 года вместе. Танцы вас объединяют с новой, да. С новой подружкой. Да. Любовь, любовь! Я смотрю, у вас прекрасное настроение. Да, супер! А почему решили День независимости вот так вот необычно отметить? Ну, все ж таки освобождение Беларуси 80 лет! Принимаем победу стар! Да, привет! О, это супер! Это супер! Я люблю Беларусь! Вы занимались танцами раньше? Наверное. У вас очень хорошо виртуозно получается. Конечно. Почему решили такой важный праздник провести здесь, на дискотеке? Да как где? Мы только проводим на дискотеке постоянно. Все праздники на дискотеке? Конечно. А вы? Ну-ка, я тоже, как видите, с вами тут. А ну-ка, вы меня научите, вы там какие-то такие движения делали. У меня получается? Да. О, как пляшут, как молодые. А откуда узнали, что танцы будут здесь проходить? Объявление, кто приходил сюда на танцы, они объявляли. И объявление повесили. То есть это такая закрытая вечеринка, то есть знают все свои в основном, да? Решили отметить День независимости. А потому что интуитивно сон приснился такой, что сегодня непременно я встречу вот такую фантастическую обаятельную. Молодую, красивую, длинноногую, фантастическую обаятельную. Встретили? Это я? Так под парусом лодка, что скользит по волнам, не оставив свой след. Ты, быть может, та главная в жизни находка, о которой, мечтая, он ждал много лет. Если во многих районах города праздничная программа может быть похожа, то такого, как в парке Челюскинцев, вы больше нигде не увидите. На танцполе сотни людей пожилого возраста, да и не только пожилого. Я вижу очень много молодежи. Дискотека для тех, кто молод душой, собрала действительно самых молодых.